поселенческой библиотеки Выборгского района Семенова Ирина Викторовна. Людмила Константиновна, дорогая наша областная библиотека, методический центр для всех общедоступных библиотек Ленинградской области. Для нас большая честь быть соорганизатором. Для нас большая честь принимать у себя на Выборгской земле форум «Библиотечная столица» 2019 года. И действительно, ну, конечно, приятно получать подарки. Этот подарок, конечно, свидетельствует вклад всего библиотечного сообщества в работу этого форума. Не только библиотечка нарубежная, не только межпоселенческая библиотека. Это вклад всех вас, дорогие мои коллеги, библиотек Выборгского района. И работа многофункционального устройства, она будет напоминать о этих приятных минутах нашего общения. Тема форума «Цифровая культура», она объявлена национальным проектом. Но, дорогие коллеги, я уже вчера на нашей встрече говорила, и это мое глубокое убеждение, при привнесении цифры в нашу среду я нахожусь в четком понимании, что ничего нет важнее человеческого общения, живого человеческого общения. И вот эта возможность поговорить, обменяться идеями, напитаться энергетикой, которая нас будет действительно подпитывать до следующей нашей встречи, я этого вам желаю, потому что предыдущие форумы вот на меня повлияли именно так. Ты приезжаешь, мы общаемся, мы подпитываемся, а потом вот это тепло, оно сохраняется от нашего общения. И спасибо областной библиотеке за этот красивый проект и возможность знакомиться с библиотеками Ленинградской области. А для нас, конечно, честь принимать. Для нас это еще и аванс для развития. И я глубоко уверена, что этот импульс повлияет на рост библиотечной отрасли в Выборгском регионе. Он придаст новую силу, и мы еще более мобилизуемся в нашей библиотечной работе. На форуме Российской библиотечной ассоциации «Библиотечная столица России» прозвучала такая идея, которую я хочу перенести на площадку нашего форума, что культура, развитие культуры в России – это стратегическая идея. Мне кажется, это правильно. От того, насколько будет сильна библиотека – часть отрасли культуры, настолько сильно будет наше государство. Мне вот видится это только так. Поэтому сильному государству – сильные библиотеки. Спасибо. В 2018 году город Сланцы принимал участников 4-го межрегионального форума общедоступных библиотек Ленинградской области. И для приветственного слова и передачи памятного альбома «Библиотечные столицы Ленинградской области» приглашается Татьяна Анатольевна Соловьева, директор муниципального казенного учреждения культуры Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека. Счастливых дня профессионального общения, роста, новых коммуникаций, новых идей и нового движения вперед. 2018 год и библиотечная столица в городе Сланцы – это было подтверждение правильности стратегии развития Сланцевской библиотеки и новый импульс для продвижения, для завершения, для развития, для следующего этапа ее модернизации.
при поддержке областного комитета Ленинградской области по культуре, Ленинградской областной научной библиотеки, лично губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко, Сланцевская библиотека сегодня может объявить о том, что еще пока не произвела такую технологическую революцию на территории Сланцевского района, но готовится к этой революции, к завершению этой революции, все очень быстро. Вот, мы завершаем чипирование фонда и открываем новые возможности библиотечного обслуживания в цифре для своих жителей Сланцевского района города Сланцы. И вот те технологии, которые мы сегодня видели в этой библиотеке, удивительные. Мне кажется, идеальные библиотеки. К этим библиотечным идеалам мы все стремимся. Мы еще раз вдохновились и рассказом, и пространством библиотеки, и той информацией, теми текстами, теми вообще информацией, которая отовсюду здесь распространяется со стен от сотрудников прекрасных, красивых, удивительных. Мне кажется, специальный отбор сотрудников в этой библиотеке, в этих библиотеках Выборгской. Я благодарна Ирине Викторовне, Елене Сергеевне за тот прием. Я хочу пожелать, я уже не знаю даже, что вам пожелать, вам всего самого хорошего в вашем дальнейшем движении. Пожелать, чтобы наша дружба, любовь, взаимопонимание, которые возникли и продолжаются, чтобы они оставались. Вам удачи, вашим читателям счастья. Сообщества Выборгского района на библиотечной столице, и вдвойне приятно принимать этот альбом из рук директора Сланцевской библиотеки, потому что наши библиотеки дружны, и мы дружны, и, конечно, мы приложим все силы, чтобы наполнить страницу этого альбома «Библиотечная столица 2019 года» достойным содержанием этого года. Не упадем в грязь лицом и продолжим красоту и мощь этого альбома. Спасибо. Ну что же, дорогие друзья, на этом торжественная часть нашего мероприятия подходит к концу. Но это не значит, что у нас все заканчивается. Напротив, все только начинается. Совсем скоро нас ждет научная часть. Но пока она не началась, я всем вам предлагаю еще немножко насладиться прекрасной музыкой. Я на себе.